Всем привет-привет! Сегодня мы вместе с вами свяжем вот такой вот снуд-бриош. Вяжется очень легко. Шапка у нас уже есть, варежки есть. Все для полного комплекта осталось вязать нам только снуд. Вот его мы и будем вязать. Итак, на весь комплект я купила 300 грамм белой пряжи и 200 грамм цветной, но третий клубок можно не брать белой пряжи, если вы не будете вязать подклад. Но так как зимняя шапка и варежки, то я связала вот подклад в шапочку. Очень теплая, я уже проверяла, даже жарко в ней. И варежки. Варежки тоже у меня вот связан подклад, потому что я походила в них, все-таки холодно, ветер гуляет в варежках, и я все-таки связала подклад. Итак. Вот такой вот комплектик получился. Как-нибудь сниму видео, как это все смотрится на мне. Ну а сегодня мы с вами будем вязать вот этот вот снуд. Ну что, давайте вязать. Так, еще забыла сказать, если у вас обхват головы больше, чем у меня, то добавьте один раппорт, вот этот 14 петель, все-таки еще надо добавить. Я бы добавила. Я связала, ну как бы... Я не очень такая крупная, у меня обхват головы 53 сантиметра, и меня вполне устраивает этот размер снуда. Но если у вас обхват головы побольше, то все-таки надо один раппорт добавить. Это как бы такой совет от меня. Варежки тоже есть, мастер-класс на канале по варежкам, по шапке. Все это уже есть у меня на канале. Итак, что нам надо для вязания данного снуда? Это у меня спицы номер 4, ножницы, маркер, сантиметровая лента, ну и, конечно же, пряжа. Пряжа у меня Alize Lana Gold Classic, 49% шерсти и 51% акрила, 100 грамм, 240 метров, ну, цвет белый, колор номер 55. Такую пряжу, и вторая вот такая вот пряжа, я не знаю, у нее метраж написан 100 грамм, 134 метра, ну не знаю, по толщине она точно такая же, вот как Lana Gold. Поэтому если вы будете вязать однотонную, как бы не цветную, как у меня, пряжу, можете взять Lana Gold, два моточка, и вполне этого хватит. Итак, мои расчеты, смотрите. Так как раппорт узора 14 петель, образец у меня тоже 14 петель, 10 сантиметров. Я 14 разделила на 10 и умножила на 60, так как ширина снуда у нас должна быть 60 сантиметров. Это 84 петли. Я 84 петли разделила на 14 петель раппорта. Получилось, что у меня надо 6 раппортов. Резинку 10 рядов. Ширина у меня вот 30 сантиметров. Если умножить на 2, то будет 60 сантиметров. Вот 60 сантиметров. А высота 35 сантиметров. Итак, набираем 85 петель. Набрать петли у меня есть видео на канале, недавно вышло. Итак, я беру 2 спицы. Ну, еще раз покажу. Одеваем на пальчики. Снизу нить захватываем, заводим и с указательного пальца в петлю и протягиваем с большого пальца. Но это все у меня есть на канале, я сейчас набираю вторым способом набора петель, который я показывала. Итак, набираем 85 петель. Одна петля у нас для замыкания в круг. Все, набираем. Так, я набрала 85 петель, вытягиваем нерабочую спицу, все, убираем ее, она нам больше не нужна. Теперь надо замкнуть в круг, смотрим, чтобы нигде ничего вот так не перекрутилось у нас, все, и замыкаем в круг. Ну, как всегда, мы берем с левой спицы петлю, на правую перекидываем и протягиваем через петлю правой спицы. Так, протянули и оставили на правой стороне
Здесь все подтянули. Надеваем обратно маркер. И начинаем вязать первый ряд. Подготовительный. Итак. Лицевая. Следующую петлю мы снимаем с накида. Мы перекидываем нитку и за заднюю стеночку вот так снимаем с накидом петлю. Итак, следующая петля. Лицевая. Следующую снимаем с накидом. 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 И так вяжем по кругу. Лицевая снимаем с накидом. Все. Довязывайте самостоятельно. Так, закончили ряд. У нас тут петля с накидом. Перекидываем мы маркер и продолжаем ряд. Это мы вяжем только первый ряд еще. Итак, берем цветную ниточку, надеваем и помним, чтобы здесь у нас была лицевая петля белой ниткой. Мы одеваем нитку вот так. И теперь лицевую мы снимаем вот так с накидом. Вот эту цветную и лицевую с накидом снимаем. Следующая петля мы снимали с накидом, мы ее провязываем изнаночной. Дальше мы снимаем снова петлю лицевую и цветную с накидом. Вот эту петлю лицевую с накидом мы снимаем, провязываем изнаночной. Следующую петлю лицевая, мы видим, что мы ее провязывали, мы ее снимаем с цветной с накидом, следующая накид и петля изнаночная. Кстати, в брешь очень важно вязать петли, чтобы были не скрещенными. И поэтому, как правильно провязать петли, у меня на канале есть видеоурок. Ссылку на него я оставлю. Итак, снимаем с накидом лицевую, изнаночная, снимаем с накидом лицевую, эти две вот, видите, две ниточки, они так скрещены между собой, мы сразу их обе изнаночной провязываем. Так, снимаем, изнаночной провязываем. И так вяжем до конца этот ряд. Это у нас будет первый ряд. Все, довязываем до конца этот ряд. Вот что у нас получается. Так, первый ряд мы провязали. Один ряд считается, когда мы провяжем ряд белой и ряд цветной ниткой. Это всего лишь первый ряд. Переснимаем маркер. Цветной закончили, берем белую нитку. И смотрите, здесь была лицевая и накид цветной ниткой. Мы провязываем лицевой. Накид и лицевой мы провязываем лицевой. Вот петля образовалась. Следующую цветную ниточку мы снимаем с накидом. Следующую мы накид и лицевую провязываем лицевой. Следующую снимаем цветную с накидом. Снимаем, провязываем лицевой. Следующая с накидом. Теперь белая и цветная лицевой. Следующую снимаем цветную с накидом. Лицевую за правую стенку, вот за переднюю стеночку. Здесь снимаем вот тоже за правую стенку, за заднюю. Снимаем с накидом. Лицевая. Снимаем с накидом. Итак, вяжем второй ряд. Сначала мы вяжем белой ниточкой второй ряд. Потом второй ряд будем вязать цветной ниткой. Все, продолжаем. Так, белой ниткой мы закончили вязать. Теперь снова берем цветную нить и продолжаем. Вот здесь, где была
лицевая. Вот белая ниточка, ее сразу видно. Мы ее снимаем с цветной накидом. Где накид и цветная, сразу вот эти две нитки мы провязываем изнаночной. Вот здесь одна белая лицевая с накидом. Вот здесь, смотрите, цветная и белая. Сразу две вот так провязываем изнаночной. Снимаем. Изнаночная. Снимаем. Изнаночная. Снимаем. Изнаночная. Вот снимаем. Изнаночная. И так продолжаем до конца этот ряд. И мы закончим вязать второй ряд. Все, вот что у нас с вами получается уже. Вот видите. Итак, я закончила этот ряд. И смотрите, девочки, теперь дальше вы вяжете самостоятельно. Один ряд белой ниткой, один ряд цветной ниткой. Это будет третий ряд. Итак, мы вяжем 10 рядов. Как посчитать? Вот здесь образуется вот такая вот косичка из лицевых петель. Мы их считаем. Вот раз, два. Мы провязали 2 ряда. Вот косичка, видите? Раз, два. 2 ряда. И таких нам надо провязать 10 рядов. Вот как здесь в шапке очень хорошо видно. Как когда вы уже провяжете 10 рядов, будет очень хорошо видно. У вас получится вот такая вот резиночка. И мы вяжем так 10 рядов. Потом будем вязать уже вот такой вот узор. Все, продолжаем дальше самостоятельно. Итак, я провязала 10 рядов. Здесь хорошо можно вот по белым посчитать. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот такая вот резинка с лицевой. Вот так с изнаночной стороны смотрится. И теперь будем вязать основной узор белой ниткой. Как такового у меня схемы нет этого узора. Итак, начинаем вязать. Я буду говорить только дорожки. Цветные я уже не буду говорить. Итак, мы начинаем раппорт узора. Сначала мы вяжем 3 белых дорожки. Итак, провязываем 3 белых дорожки. Раз, два, три и вот эту цветную одну провязали. Теперь надо вот этих 3 петли вместе провязать. Это белая дорожка, цветная дорожка и белая дорожка. Как мы это делаем? Мы разворачиваем, чтобы петля вот развернулась у нас вот так. Разворачиваем петлю, провязываем белую нитку, цветную нитку накид и еще цветную нитку вместе. Вот так вместе захватываем и провязываем. Все, осталась вот эта белая нитка. Мы одеваем на левую спицу обратно петлю и захватывая, протягиваем нашу петлю. Все, мы протянули накид и петля. Мы через них протянули вот эту нашу петлю. Все, провязали. Дальше у нас идет одна белая дорожка, цветная, белая дорожка, цветная дорожка. Мы же здесь сократили, теперь нам надо здесь, чтобы у нас снова появились эти петли. Из одной вот этой петли, вот за вот эту переднюю стенку, чтобы петля вот так развернулась, мы провязываем 3 петельки. Вот одну накид и вторую же также провязываем. Все, у нас здесь 3 петли. И все, и одна цветная. Все, раппорт у нас закончен. И можно посчитать, сколько у нас теперь петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. И все, и снова повторяем. Сейчас быстро покажу. Три белых полосы. Раз, два, три. Теперь вот эти вместе разворачиваем вязание, провязываем вот так вместе и протягиваем.
Вот захватываем накид, белую петлю и протягиваем. Все, протянули. Одна белая дорожка. И следующей белой дорожки 3 провязываем. Раз, два, три. И цветная. Все, раппорт закончен. И так довязываем до конца этот ряд. Итак, ряд я закончила белой ниточкой. Теперь мы вяжем просто по узору цветной ниткой. Где белая, там накид, где накид и цветная, и изнаночная. Просто по узору мы провязываем цветной ниткой. Где белая, накид. Здесь изнаночная. И вот смотрите, где 3 мы дошли, мы также вяжем по узору. Если здесь мы их провязали изнаночной, следующую, значит, мы снимаем белую с накидом. Вторая у нас изнаночная, потом идет белая с накидом. И следующая идет изнаночная. В общем, провязываем мы вот этой цветной ниткой по узору. Потом у нас идет один ряд без убавлений и прибавлений. Мы, значит, довязываем сейчас цветной ниточкой. Потом мы провяжем по узору просто белой ниткой и цветной ниткой. Так, я провязала. Вот что у нас получается. Вот он один ряд. И вяжем следующий ряд. Сначала вяжем 2 белых полосы. Мы вяжем белой ниточкой. Раз полоса, 2 полоса белая дорожка. Здесь сразу видно, что вот эти 3 мы теперь должны вместе провязать. Мы разворачиваем, провязываем 2 вместе и протягиваем. Все, протянули. Теперь мы вяжем дальше 2 белых дорожки. Раз белая дорожка. 2 белая дорожка, и из вот этой третьей дорожки мы должны провязать 3 петли. 1, 2, 3. Все, 3 петли у нас провязаны. Теперь у нас цветная нить. Все, и раппорт у нас закончен. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 петель. Вот очень хорошо видно, как мы провязывали. Мы провязываем 2 белых дорожки, потом вместе 2 белых дорожки, из одной 3, и раппорт у нас заканчивается. Так мы вяжем этот ряд до конца. Потом мы ряд один вяжем цветной ниткой, и один ряд мы вяжем без убавления и прибавления. Это значит белой и цветной ниткой. Так что мы заканчиваем сейчас белой, потом цветной, потом белой и еще раз цветной. И вот что у нас получается. Так, я провязала. Смотрите, что у нас получается сейчас. И вяжем дальше. Провязываем 1 белую, снимаем цветную. Здесь сразу видно, вяжем 3 вместе. Переворачиваем, 2 вместе провязываем. И протяжка. Все, провязали. Теперь дальше у нас 2 белых. 1 белая дорожка, 2 белая дорожка. Из вот этой одной 3, 1, 2, 3, и у нас остается 1 белая дорожка. Снимаем цветную, 1 белая дорожка, и снимаем цветную. Все, раппорт у нас закончился. 1 белая, смотрите, цветная, 3 вместе, цветная, белая, цветная, белая, снимаем из одной 3, цветная, белая и цветная. И все. Так продолжаем до конца этот ряд. Потом мы снова должны провязать цветной, белой и цветной ниткой. Все, провязываем.
Так, вот я провязала, вот что у нас в итоге получается с вами. И дальше сразу видно, что сразу мы должны провязать 2 вместе. Мы разворачиваем, провязываем 2 вместе с цветной и делаем протяжку. Провязали, потом вяжем 2 белых дорожки. Раз белая дорожка и 2 белая дорожка. Потом из одной 3. Раз, 2, 3. И остаются у нас 2 белые дорожки от раппорта. Вот раз белая дорожка и 2 белая дорожка. Все, раппорт закончил. Дальше точно так же вот повторяем. Потом мы должны после этого мы должны провязать 4 ряда. Сначала провяжем цветной ниткой, а потом 4 ряда белой ниткой и 4 раза цветной ниткой. Итак, вот, девочки, смотрите, я провязала вот этот ряд, где убавка вот у нас идет белой ниточкой. Потом вот я провязала цветной ниткой. И теперь нам надо провязать 4 ряда белой ниткой и 4 ряда цветной ниткой. Вот как мы это увидим? Вот здесь, где последние наши вот такие вот птички, вот здесь у нас будет 4 ряда. Вот так, как мы вязали резинку, вот точно так же мы провяжем 4 ряда. Вот так посчитаем. 1, 2, 3, 4. Вот так 4 белых ряда. Вот как мы вязали резинку, так же вяжем 4 ряда белой и 4 ряда цветной ниточкой. Что вот, вот так получилось. Все, сейчас я провяжу вам и покажу. Итак, девочки, вот смотрите, я провязала 4 ряда. Вот их можно здесь отсюда вот посчитать. 1, 2, 3, 4. И дальше будем мы снова повторять наш раппорт. Вот здесь будем 2 вместе и дальше, дальше. В тайминге внизу под видео я оставлю тайминг, с какого времени у меня начинается вот этот узор. И вы можете там нажать и сразу попадете именно туда, откуда я начала снимать вот этот узорчик. И все, и вяжите так нужную вам длину сну. Итак, вот я провязала 4 раппорта, вот 1, 2, 3, 4 и еще здесь 4 ряда. И теперь я буду закрывать петельки. Как я это буду делать? Цветную ниточку можно уже и отрезать нам. Цветную я отрезаю. Все, убираем. И теперь будем только белой. Сейчас белой я провяжу ряд. Вот. Я закончила цветной ниткой и провяжу просто один ряд белой ниточкой. Изнаночная, лицевая, изнаночная. Все, вот так провязываем один ряд, лицевая и изнаночная до конца. И будем закрывать петельки. Я ряд довязала и закрываем, как всегда, обычным способом. Первую провязываем, вторую провязываем и протянуть надо. Сейчас разверну, вот петлю надо развернуть, чтобы она красиво легла. И протянуть. Все, протянула. Теперь здесь лицевую провязываем и протягиваем. Здесь идет изнаночная, провязываем изнаночная и протягиваем. Сильно туго не затягиваем. Здесь лицевая, протягиваем. Здесь изнаночная и протягиваем. Лицевая, протягиваем. Изнаночная, протягиваем. Все, и вот такая вот косичка получается. Итак, снуд готов у нас. Давайте мы померяем вместе. Вот ширина его у меня получилась. Его, конечно, лучше растянутом видео, он просматривается, рисунок 30 сантиметров, и в длину у него где-то 32-33 сантиметра. Итак, вот такой вот снуд.
Если у вас голова побольше, то добавьте еще один раппорт 14 петель, если его хотите пошире. Так, вот с этой стороны он вот так выглядит. И сейчас выверну его, покажу с другой стороны. И вот так вот он смотрится с другой стороны. Вот такой вот снуд. Ну, я, конечно, буду вносить его на лицевую сторону. Вот так. Все. Снуд готов, варежки готовы, шапка готова. Итак, сколько у меня ушло пряжи? Я покупала 3 мотка белой пряжи и 2 мотка цветной пряжи. Но так как в шапке у меня вот подклад связан, я связала подклад в шапку и в варежки, то поэтому третий клубок белый у меня ушел на подклад. Если не надо, то третий можно не брать. Значит, 200 грамм белого, 200 грамм цветного. Так что, кому понравился мой мастер-класс, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Будет еще очень много чего интересного. Всем пока-пока!